это прям я, только в виде нашей Катюшеньки. Я тоже сегодня для себя выбираю костюм «Летняя фея». Ты знаешь, ты мне еще перед тем, как я начала собирать чемоданы, предложила именно этот костюм. Почему? Олечка, ну костюм необходим, конечно же, и на отдыхе, и дома, потому что костюм выглядит всегда элегантно, он выглядит всегда восхитительно, но это стопроцентный комфорт. И это, Оля, две вещи по одной цене, что очень важно. А важно, знаешь, что еще? Так. Это у нас несколько цветов на выбор, которые вы можете еще приобрести два костюма и комбинировать между собой. Вот так, то есть получается за 2499 рублей мы с вами приобретаем сразу костюм. Готовое решение. Летняя фея. И у нас для вас сразу несколько вариаций по цветам. Всего три цвета на выбор. Я сегодня для себя выбираю бирюзовый оттенок. Ну, нравится мне. Он такой освежающий, правда? Да и глаза у меня немножко с зеленцой, по-моему, очень даже симпатично смотрится. Еще у нас для вас есть коралловый цвет и васильковый. Сейчас мы посмотрим на все три цвета, а потом уже будем рассматривать все в деталях. Да, Олечка, я для себя выбираю коралловый оттенок. Он более теплый и идеально подходит для блондинок в том числе. Поэтому, если вы знойная блондинка, выбирайте для себя коралловый цвет. Он будет вас освежать и делать более теплый образ. Олечка, но у нас три цвета на выбор. Да, давай полюбуемся. Великолепный выбор Ольги Грядуновой. Это бирюзовые оттенки. Бирюза всегда освежает, а синий, хочу отметить, подчеркивает очень красиво карие глаза. Спасибо, но у меня не карие. Синий, я сказала, карий подчеркиваю. А, синий, а ты выбираешь бирюзовый. Понятно. Так, размеры, смотри, у нас от 50 до 60. Скажи, пожалуйста, вот как выбирают для себя размер девчонки? Итак, девочки выбирают для себя размер в размер. Татьяна у нас брюнетка, а она у нас размер 52. Как я и говорила, синие оттенки идеально сочетаются на брюнетках. Ну, а Катерина у нас блондинка 54 размера и выбирает для себя коралловые оттенки. Обратите внимание, насколько у Кати теплый образ, ну и, конечно же, на комфортные движения. Слушай, я обратила внимание, что здесь еще такой, знаешь, вот необычный вариант. Вот люблю такие небанальные вещи. Знаешь, было бы неинтересно, если просто был костюмчик, ну, типа с цветами, а гораздо интереснее наблюдать здесь всякие фишечки, как говорит моя мама. Да, Оль, на самом деле, я с тобой полностью соглашусь. Когда есть некие элементы декора, конечно же, эта вещь преображает и украшает, и создает ваш неповторимый образ. Давай пройдемся детально по нашему костюму. Итак, посмотрите, у нас комбинированные ткани, ткани-компаньоны. Да, насколько красивые легкие вставки, цветные вставки. Мне очень нравится, будто акварелью, согласись, раскрашен наш костюм. Необычайная красота, но и очень важный момент, да, это детали. Посмотри, отделка карманов, насколько она изящная, насколько она элегантная, не кричащий образ, Оль, но очень стильный при этом. Да, здорово, смотрите, вот когда-нибудь видели такие карманы? Такие необычные вот штучки, которые вот действительно вдохновляют на покупку, правда? Я люблю, когда вот небанальные вещи мы предлагаем на телеканале Shop & Show. Я люблю ощущать на себе костюмы, которые практически неощущаемы. Это тоже очень важно. Сейчас мы про ткань поговорим. 2499 рублей за верх и за низ. Не забывайте, что это и брюки, это и кофточка, да еще и капюшон здесь тоже у нас имеется в наличии. Катюш, я все-таки хотела бы спросить тебя про ткань. Вот представь, что мы с тобой сейчас поедем на поезде. Прекрасно. Будет дальняя дорога. Ну, предположим, часов 25 будем ехать до Крыма. Да? Скажи, пожалуйста, все ли будет нормально с нашим костюмом и с нами? Олечка, с костюмом будет все замечательно, а у тебя будет исключительно только 100% комфорт, потому что наш костюм изготовлен из вискозы, но важный момент, что добавлен у нас эластан, то есть трикотаж, поэтому у нас полотно очень хорошо растягивается, что не сковывает движение, это важный момент, ну и также великолепно дышит. И я тебе уже говорила, Оля, о том, что именно вискоза впитывает в два раза больше жидкости, нежели хлопок. Ты знаешь, сколько лет ушло вообще на разработку, скажем так, технологии по изготовлению вискозного полотна? Сколько? 200 лет. Ух ты! 200 лет ученые трудились над тем, чтобы изготовить, действительно, изобрести вот такое вот чудо. Действительно чудесный материал по тактильным ощущениям. Он такой гладенький, он легенький, он прохладненький, кстати. Абсолютно верно, потому что вискоза обладает таким охлаждающим эффектом, великолепно подходит именно для летнего сезона. Оль, ну важный нюанс, то что вискоза еще и гипоаллергенна. Ага. И вот для людей, страдающих дерматологией, у кого бывает раздражение на коже, вискоза идеально для этого подойдет. Посмотрите на наших девочек, посмотрите на наших красавиц. Итак, Ольга Грядунова.
Смирнова выбирает у нас размер 50-й, а также цвет у нас бирюза. У Оли тип фигуры яблочко. Но обратите внимание, насколько свободно на ней костюм, да, и низковые движения. Кстати, вот хотела бы очень обратить внимание наших телезрителей. Посмотрите, я выбрала для себя 50-й размер. Он не свободен. Поэтому с размером не переживайте, не прогадайте однозначно. Обычно я для себя, когда 50-й размер выбираю, они так прям в облипочку. В данном случае вот здесь вот все свободно. Предлагаю сейчас нашим телезрителям устроить показ максимальных преимуществ. Девчонки, приготовились? Таня, приготовилась? Берем, вначале показываем, что тянется прекрасно. 3, 2, 1, оп! Отличная дистанционная покупка. Далее другой ручкой показываем, как тянутся брючки. Раз, все, брючки, Катя, брючки. Смотрите, вот, тянутся во всех направлениях. Таня, сегодня ты запаздываешь. Смотрите, то есть получается, этот материал, он тянется. Скажи, пожалуйста, что нам это обеспечивает? Олечка, это, конечно, нам обеспечивает комфорт в движении. Ничего нам не будет стягивать, ничего нам не будет перетягивать и сжать. Давайте обратим еще внимание, да, на мои руки, насколько у нас широкая резинка. Это тоже очень важно, потому что когда у нас узкая, Олечка, резинка, она, как правило, бывает, врезается в бока. Вот обратите внимание, великолепно растягивается. И также, посмотрите, ширина пояса. Это важный нюанс. Ну и, конечно, карманы. Вот. Можно всегда положить различные мелочи. Как ты, смотри, у нас здесь получается 4 кармана. 4. Два кармана брюк, да, и два кармана жакетика. Получается у нас как 4 дополнительные сумочки. Я не знаю, как у тебя, мне все подряд хранится в карманах. Мне всегда есть чего туда положить. Внимание. Знаешь, Оль, я думаю, не только тебе, мне также есть что положить в карманы, так же, как и нашим телезрителям. Поэтому карман, это действительно всегда очень удобно. Ну, допустим, поедем мы с тобой в Крым, да, будем останавливаться в отеле, ключ от номера тоже нужно куда-то положить. Вот так, так, значит, все у нас на отпуске с тобой продумано, даже до мелочей, даже карманы предусмотрены, да, в моем костюме, чтобы ключ общий с Екатериной Архипенко мы не потеряли. 2499 рублей сразу за комплект. Капюшон, не забывайте, он тоже в наличии. И мне, знаешь, что нравится? То, что он достаточно глубокий, поэтому если будет сильное солнце, мне не будет жарко. Да, Оль, но не только солнце. Знаешь, вечером бывает, что ветерок дует. Вот, допустим, у моего мужа, знаешь, какая проблема? У него уши постоянно продувают. Уши? Да. Вот, я думаю, что такая проблема знакома очень многим. Поэтому, если вечером будет прохладный ветерок, пожалуйста, накиньте капюшончик, и все будет в порядке. Давайте заботиться о своем здоровье. Но обратим внимание еще, Оль, и на наши брюки, да, на манжеты, которые у нас снизу. Ведь благодаря таким манжетам вы также сможете регулировать длину, Олечка. А значит, можно... Ну, сделать так, как бриджи. То есть получается, Катюш, мы с тобой невеликого роста, да? Да. У нас с тобой 1,60 м, можно сказать, с кепкой. У тебя побольше кепка, у меня поменьше. На сантиметр. Да. Поэтому мы с тобой вдвоем, естественно, мучаемся с подбором брюк. Чаще всего мы их подворачиваем, либо приходится их укорачивать в ателье. Да. Дополнительно 500 рублей. Вот. 500 рублей. Да. А здесь у нас ничего не нужно будет укорачивать. Вы будете регулировать длину самостоятельно. Угу. Прекрасно, друзья. Вы только посмотрите костюм. Летняя фея продуман и для высоких женщин, и для маленького роста женщин, которые созданы для любви.